Хоккейный клуб «Чебоксары» проводит заключительные матчи года на выезде. В Барнауле наша команда встречается с «Динамо Алтай». Первые два матча «Богатыри» проиграли хозяевам со счетом 5-0 и 6-3. Оставшиеся встречи проведут сегодня и завтра. Несмотря на поражение, наша команда сейчас лидирует в первенстве ВХЛ. После 26 игр у «Богатырей» 42 очка. Барнаульская команда на втором месте, у нее 37 баллов.